Вот здесь мы находимся в деревне Потеряевка, возле домика Надежды Васильевны Лапкиной. Вот здесь вот она живет. Это рядом со Скворечником у нас, где Игнатьевич живет, Лапкин. Вот, и мы сюда пришли. Паша, давай быстрее, слазь оттуда. Делать. Тут у нас качели, тарзанка. Вот это вот называется тарзанка. Паша, качнись один раз на тарзанке. Покажи, как это делается. На какой, на этой? Да-да. Надо на любой. Вот он сейчас покажет, как вот оно у нас сделано. Там даже сделано на подшипниках у нас. Все, давай. Вот, вот так качается. Далеко как. Все, спаси Христос тебе. Слазь. Все, каждый к своей работе приступает. Ваня вот тут у нас старое разбирал. А эти палочки. Покажу. Ваня, склади их аккуратно куда-нибудь, вот сюда, угу, к столу. А это не... весь красит стол? Нет, только вот до сюда. А все, я покрасил. А то, что покрасил, угу, все, сейчас будем устанавливать. А вы не лакируете их ничем? А? Не лакируете эти столы? Нет, нет. Вот мы выкопали ямки под столбик. Это у нас здесь будет рукоход прямой, без всяких возвышенностей, для ребятишек небольших. Ваня вот копает ямки, то есть с четырех сторон он обходит и посередине еще ударяет потом, чтобы оно легче. Вот посередине еще. А, там старый бушок еще. Надо выковыривать его оттуда. Все, Ваня, давайте. Это вместе под моим руководством будете сейчас столбик устанавливать. Бери какую-нибудь эту палочку, небольшую такую, чтобы можно было утрамбовывать землю. Вот любую выбирай тут. Ну, они, конечно, короткие это. Подлиннее бы надо очень. Ну, давай хотя бы эту. Давай. Он держит, а ты бери лопату. Он там сзади него, Павла, лопата. Вот. Эту пока положь. Толкушку. Толкушку пока положь. Вот. И туда землю насыпай. Понемножку насыпай. То есть с каждой стороны, чтобы было. Сыпь, 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 не бойся. Сыпь, сыпь. Во. Со всех сторон. Побольше, побольше еще насыпни. Все. Сейчас бери толкушку и со всех сторон пробивай. Порезче делай, порезче удары делай. Повыше. Во. То есть это для того, чтобы столб не шатался. Делаем мы. Вот. Все, Паша, можешь не держать. Бери лопату, Паша. Димут. Или Ваня, бери лопату. Бери лопату. А ему отдай толкушку эту. Засыпать, да? Да, засыпать. Вот, засыпайте. Один толчок. Давай со всех сторон. Паша, ты не жди, не жди, толчи. Толки, то есть у меня. Сильнее, сильнее толчи. Размах больше делай. Во, чтобы она плотно легла, чтобы он не шатался. Тут самое главное. Стоп, все, много, много. Давай еще, еще. Надо толкушку только побольше взять. Это, Вань, возьми вот этот. Вот эту вот, с большой, который. Нет, большой, Ваня, именно. Он повыше. Или ты пробуй сам. Во. Вот так вот, да-да-да, вот так вот. Во. Он не должен шататься. Если он шатается, то это значит, плохо утрамбовали мы. Шатается, да. Все, Вань, большой, можешь это дальше там это, копать у нее. А зачем я, не пойму, вот эта ямка копаю? Здесь будет у нас рука, это, эти брусья, да? Заниматься-то. Uh-huh. Два бруса. А здесь рукоход. Все, еще подсыпай, Паша. Подсыпать? Да, еще подсыпай, лопату бери. Только давай побыстрее, побыстрее. Скажите, а вот и землю не так бери, землю подожди, возьми их. Отсюда сгребай лопатой, вот так вот, туда. Угу. Другой стороной только. Вот так, да. Во. И все туда к ямке. Оттаскивай. Все. Все. А ты, Ваня, вот так, угу, толщи. Все, давай выталкивай дальше.
Вот такой у нас получится рукоход. Это мы смазываем столбушки отработанным маслом, которое сливается с тракторов, с машин, чтобы меньше гнила она. Она, конечно, все равно сгниет, но намного дольше простоит. Ее всякие короеды не берут, влаги она меньше на себя берет. Все, давай второй столбушок сейчас берем. Вот этот, который поуже, вот этот. Бери, доставай, положь пока лопату. Доставай, помогай ему. Паша, Паша, доставай ему, тащите. Туда близко к ямке подтаскивайте. Камлем туда над ямкой кладите. Комель — это толстая часть где? Толстая часть. Ваня, толстая, толстая. Толстая туда. Над ямкой кладите, чтобы мазать-то. Мазать, чтобы. Над ямкой кладите. Вот так, во. Один держит, а второй мажет в этот момент. Вот у нас специально мазилка есть, бетончики. Все, начинай с торца там, все обмазывай. Поближе поднеси только. Ваня, поближе ему поднеси банку эту с отработкой. Чтобы не капало на землю сильно. Во. Вот. И где-то вот примерно чуть-чуть повыше еще потом сделай. Вот так, да, до сюда. Только давай быстрее, Маш. Шустрее давай. И все это мы каждый год меняем. Что-то где-то гниет. Все это у нас называется борьба с праздностью, с ленностью. Потому что можно сделать и железные столбушки, но железные, потом тебе нечем будет заняться и начнут тянуть на всякие разные грехи. А так тебе есть чем заняться. Почитал, помолился, Библию почитал и вперед дальше трудиться. А здесь все лето живете? Да, все лето. Но я же при лагере же. Осенью уезжаете в Барнаул, да? Да, это уже ближе к зиме. Ближе к зиме. Как первый снег начинает выпадать, так я уезжаю сразу. Ну вот, слава богу. Их ошкурили, столбушки. Еще надо будет потом шкурить и устанавливать. Здесь вот у нас турник. Вот еще тут две тарзанки. Здесь четыре тарзанки и две качели. Вот подниматься по жердине тоже учится. Тут у нас еще самоподъемник был, но его убрали на голубятню, нам там зерно надо было поднимать. Вот и туда установили, на Игнатьевичу голубятню. Тут еще одна качель. Там запчасть, то ли от трактора, то ли от машины, наверное. Вот установили. Вот так вот. С Божьей помощью исправляемся. Все дальше. Вымажьте полностью. Также устанавливайте. Все, слава Богу за все.